Расскажите, с чем сегодня приходят к вам жители, какие у них вопросы в основном? Ну, вопросы, в общем-то, разнообразные. Да, мое направление – это благоустройство городского округа, плюс, соответственно, освещение и дороги. С этими вопросами ко мне, в общем-то, обращаются. Да? Ну, после зимы, как скажем, да, много вопросов сейчас по дорогам. Образовались ямы. Если зимой ездим, то у нас ямы их не видно. Сейчас вошла весна, сейчас настояние снега. У нас обнаруживаются, соответственно, ямы. Поэтому сейчас с ямами обращаются, с тротуарами обращаются. Да? Сейчас вот вопросы с Бужанинова тоже... Вопросы по благоустройству, по установке детских площадок обращаются. Будет эта программа, не будет программы. Люди голосовали, люди хотели все это сделать, то есть активное участие принимали. Да, у нас те программы, которые мы запланировали, они, естественно, будут в тех масштабах, которые мы запланировали. Ну, вот в общем, да, опять же, уборка мусора, ну, зима прошла, под снегом мусора не было. В настоящее время у нас опять же, да, появились, так скажем, называемые подснежники. Будет ли субботник, не будет субботника, естественно, будет. У нас с 1 апреля начинаем, скажем так, месячный уборка благоустройства. Весь апрель у нас будет основной, у нас субботник будет 16 апреля, поэтому милости просим, пожалуйста, будем помогать с инструментом. Всех приглашаем на данный субботник. Думаю, что люди отзовутся и... Наш городской округ, в общем-то, мы своими силами приведем в порядок. Сергей Александрович, а есть какие-то вопросы, которые требуют, скажем так, ну вот каких-то неожиданных, ну, быстрых решений, или все как бы все по плану, все как предполагалось? Ну, неожиданных решений никаких таких особо нету. Все как планировалось, так мы и будем делать. Единственное, да, у людей возникают вопросы дополнительно сделать, где-то дорогу подделать, где-то дополнительно сделать тропинки какие-то. Опять же, возникали вопросы у нас с Бужанинов, да. Много, большое количество людей ходит по нестанционированным, так скажем, дорожкам, которые проходят через железнодорожные пути. Естественно, это опасно, естественно, это неправильно. Необходимо все это благоустраивать так, чтобы было это, естественно, во-первых, безопасно, во-вторых, это было удобно. Будем работать с железнодорожными организациями, да, которые будем просить их писать письма для того, чтобы обустроить. Ну, каких-то особо неожиданных нет. Мы понимаем, что, да, для того, чтобы удобно было жителям, они хотят, ну, либо тропинки, где они привыкли, и где в настоящее время там грязь, ну, слякоть и так далее, неудобно ходить. Во-вторых, у нас транспортных средств много стало. Хотя, естественно, мы все хотим ездить по хорошим нормативным дорогам, чтобы это было безопасно. Где-то дополнительные дороги. Ну, все вопросы решаемы. Будем, естественно, получать какие-то вопросы, предложения. Будем думать, будем, скажем так, рассматривать все эти вопросы. Будем решать эти проблемы, конечно.